Всем привет! Сегодня будем готовить рассыпчатое песочное печенье практически из ничего. Всего из трех доступных продуктов, которые всегда найдутся на вашей кухне. Быстро, просто и очень вкусно. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Помещаем размягченный маргарин в миску. Добавляем туда 80 грамм сахара. И хорошо растираем. Затем небольшими порциями подсыпаем муку. Муку обязательно надо просеять перед тем, как готовить. А также для усиления вкуса можно добавить щепотку соли. Это совсем не обязательно, но я в выпечку всегда добавляю соль, тогда вкус становится более насыщенным. Вымешиваем наше тесто хорошо руками. Должен получиться однородный комочек. Теперь отщипываем небольшой кусочек теста. Скатываем из него шарик. Вот такие небольшие, диаметром где-то 1-1,5 сантиметра. Обваливаем хорошо в сахаре и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Все печеньки у нас уже сформированы, получилось целый противень. Отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем полчаса. Полчаса прошло. Вот и все. Рассыпчатое песочное печенье всего из трех ингредиентов готово. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.